Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной спикер сегодняшней деловой сессии Кирилл Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, вы сегодня были спикером. Расскажите, пожалуйста, какую тему сегодня обсуждали? Я был спикером, мы говорили про Data Science, и я рассказывал про то, как мы в компании разрабатываем решения для ценообразования. Вот. Была очень классная дискуссия, плюс мы потом после пообсуждали то, как в принципе устроена работа с данными в разных компаниях. Поделились своими кейсами, наработками. Получается, ваш рассказ был именно о том, как вы используете те или иные решения, да? Да, мы, да, как мы разрабатываем именно решения для там, ценообразования в NVIDIA. Вот это была тема. Расскажите, пожалуйста, удалось ли уже посетить каких-то наших участников, побегать по нашей выставке, что-то подсмотреть? Нет, у нас вот началось все в 10 утра, и вот только что закончилось, и сейчас вот я как раз пойду слушать докладчиков, смотреть стенды, там, общаться с знакомыми, то есть вот сейчас жду, когда это можно будет уже побежать. Расскажите, пожалуйста, насколько вам кажется наша выставка нужна и важна, потому что она должна была быть и в прошлом году, но по всем известным событиям она не произошла. Насколько это комьюнити поднимает, в принципе, ритейл-рынок вперед? Или лучше вот как раз, когда год мы не виделись, сидели все по домам, и как-то, может быть, так было бы и лучше? Не-не, это классная выставка, классная возможность вообще пообщаться со всеми, посмотреть, именно вот выделить как бы день на то, чтобы... Ну, скажем так, посмотреть на какие-то новые решения, встретиться с, там, с коллегами, с знакомыми, с друзьями, вообще понять, что происходит. Мне кажется, что прям это очень круто и не хватало. Тогда мы пожелаем удачи и вам, пожелаем удачи и нам, и надеюсь, до встречи в следующем году, и наша выставка будет ежегодной, и надеюсь, еще новые и новые решения будут представлены на ней. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо.